Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штребух. Я штити в мене клевье. Вояж, вояж. Тик-дик-тик-тик-дик-дик-дик-дик-дик. Секвояж. Секвояж. Не ты в мене клевье. Блять, сука. Ебаная, блять. Ебучая залупа. Где все, блядь? Ебана рад! Где техника, нахуй? Да не спа, едем и глевью. Вояж, вояж, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Саквояж, надем и глевью. Вояж, вояж, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Секвояж, не дым и не клевью. Вояж, вояж, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так вояж, кормилицы, ребятки, хуярим. Подъезжаю к мусорным бакам. У компьютера, ребятки. Я ж вам говорю, ребятки, вот это загородные кормилицы. Обалдеть. Не, ну на это я не рассчитывал. Silent Pippi 2. Ебать, видюха Silent Pippi 2. Ебать, там блок питания интересный. Ребятки, ебать, собухер. Ебать. Ебать, креативный бренд креатив сабвуфер. Компьютер с видюхой. Ребятки, смотри, я ж тебе говорю, мажоры, Кубань чемпион. Смотрите, колоночки оттуда, от этого креативе. От того сабвуфера колонки. Жевнеспа, Кубань чемпион, деде в мини-клевью. Забираем вот это все нахуй. Снежинка, что это? Бумага для факса. Обалдеть, факсы еще делают? Да он пусть и старый, собран, смотри как круто. Провода на скрутках. Жесткого диска, к сожалению, нет. Но SATA кабеля присутствует. Видеокарточка от бренда Gigabyte. Прикинь, Gigabyte Silent Pippi 2. Стоит на Авито видюха вот столько. Сокет тут, скорее всего, 7.75. Блок питания на сколько-то там... А, на 240. Короче, я не знаю, на сколько ватт блок... А, вон. 420 ватт. Микролаб, блок питания. Нифига себе, он интересный. Кто? Да ну нахер, новые. Новые лампы. Новые перчатки. Ой-ой-ой, это для скутера. Я в шоке, я скутер закручиваю пластик на эти саморезики. Ребятки, ебать, ебать. Еще вынос. Давай быстрее, пока никто не пришел. Это еда. Не, ребят, новые перчатки вот такие, садовые типа. Но для помоек мы такие же вот используем. Охренеть, так они стоят рублей 70 такие, как минимум. Абуребеврить в ребятки, абуребеврить в ребятки, бибеврить. Обалдеть, вон крышки даже от компа есть. Прикинь, это микролап, этот корпус. Корпус, 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 микролап, ребят, корпус. Обалдеть, женись, пожиди, у меня клев. Чё там, Миша? Кто? Ебать. Мажоры, смотри. Вот, мощный, тяжелый. Это для RGB всяких лент. Блоки питания, ребятки. Шлангочка вот какая-то. Водичка. Недопитая минералочка. Так это от смесителя. Топ, трубка элитная. Вот, мажоры выкинули. А тут чё? Тут что? Чувак, тут выносы. Это вынос из хаты. Там шматье. Это все шмотки. Ребятки. Это все шмотки. О, это вроба. Это военная форма здесь. Кожанка. Всякие военные все. Миша, тут тотал. Миша, тотал. Форма, ребят, военная. Так. Это вот китель. Все вот это. Смотрите. Плащ, что ли, офицерский? Обалдеть, длиннющий такой офицерский. В карманах может быть кэшбэк. Кожаный плащ. Кожаный прям, смотри. Ебать, от фирмы Camel. Это ж сигареты они делают, ребят, Camel. Да ну нахер, ребят. Ребят, Camel, оказывается, делает не только сигареты, но и кожаные кожанки. Так это походу, очень редкая вещь. Это на Авито обязательно, чувак. Это коллекционная тема. Миш, вон тут еще. Обалдеть, тут вещей. Так это на нас, на мужчин. Тут мужские куртки. Для кормилицы. Пума, прикинь, пума.
Та-та, что та-та такое, та-та? Та-та. Вон еще какая куртка. Ой, у меня уже шея болит, ребят. Ну это топовый вынос. Я вообще в такое время не снимаю, уже темно. Но видите, как такое не заснять? Компьютер, столько всего. И вот еще мусорный бак на загородной кормилице, ребятки. Там еще помойка. Фух, эмоции переполняют. Люблю этот азарт, тут пусто. Сейчас мы как-то это все будем грузить и увозить. Ребят, мы все еще на этой помойке как-то грузимся. Вот, и, вот эти два мешка, я не знаю, куда их грузить. Как-то в ноги попытаемся. У нас тут еще робот-пылесос, коробки. Вот системник, сейчас все будем грузить. Из пакета черного, там много вещей топовых всяких. Нательное это белье, да, военное, теплое. Ой-ой-ой, да там вообще пледики. О, вот этот пледик я домой заберу. Мне он очень понравился. Зеленый такой, яркий. Я такой обожаю. Забираю его, блин, обалденный плед. Дождите, вы не клевья. Вояж, вояж. Секвояж. Секвояж. Какой-то самокатик валяется. А, поворотный механизм сломался. Сзади адский люфт подшипников, там им жопа. С него можно вот этот зажимчик было бы снять. Грипсы можно снять. Он, видишь, самопроизвольно поворачивается. О! О! Походу техника. Опа! А у меня тут вынос. Блоки питания, всякие кусочки яичка. Дальше. О, нифига себе, она тяжеленная. А чё она такая тяжелая? Она весит где-то полкило. Прикинь. А может она на магнитах? Нет. А, ты понял. Я походу понял, что это за колонка. Она, наверное, через вибрацию, через эту металлическую штуку звук передает на поверхности. Один. Колоночка, она ребят. Работает. Бренд один. Вот столько стоит новая. У нас их аж целых две. Моя работает. Моя нет. Моя, может, севшая. Это виброколонка, походу. Вот, походу. Да, 15 нет. Вольт. Блок а питания один. Не-не. Тут штекер другой. Старый. Ребят, ну балдеж. Интересные колонки. Приедем в гараж, проверим. Я пока не понимаю, что это и как это работает. Так, что у нас тут по проводам? Всякая вот USB-шка прикольная. Под iPhone провод. Может, он живой даже. Хотя сомневаюсь. А вот это забираем. Колоночки интересные. Ребят, я в гараже и хочу вам показать вот эти колоночки. Они, кстати, полностью рабочие. Обе светятся и обе работают. И как я ранее говорил на помойке, что они работают от вибрации. Вот, подключил AUX-кабель и включаю песню. Так звука почти не слышно. Но если вот этой стороной к чему-то приложить... А так звука нет. И прикол в том, что можно приложить к любой поверхности, хоть к голове. И через вибрацию звук передается. Это удивительно. Я прикладывал эту колонку к колбу и слушал музыку, как будто в наушниках. А если колонку приложить в то место, где находится ухо, то звук просто шикарный. В общем, ребят, топовые колоночки, мы их положим в сюрприз-боксы. Напоминаю, что сюрприз-боксы можно заказать в моей группе ВК. Там разная техника топовая с мусорных баков будет находиться. Ссылочка будет в описании. Пишите в сообщение группы ВКонтакте. Вот тут я медь нашел, тогда металл. Вынос с хаты. Свечка, банка. О, музыкальная баночка. И все. Что за кто-то обряды какие-то делал? Банка, свечка. Странный набор. А, ну понятно. Тут еще вон смазка для кое-чего. Кто постарше, тот поймет. И вон всякие свечки. Еще такие штучки прикольные. Бигуди для волос. О! Ух ты! Ребята! Ух ты! Какие весы я нашел, зацените. Тефаль.
Sensitive Computer. Продвинутые эти весы Made in France. Ну, такие рублей за 200 продать можно будет. Бигуди для волос, вот. Для белья, для 12 штук. Новые. Че у тебя, Мишань, стекловатый нету? Нет, есть вынос смудни и проводни. В смысле, блоки питания и USB кабеля, да? Очень много, и телефоны. О, телефоны? У меня тут тоже что-то наподобие. Мудни. Миша нашел всякую мудню. Блочки питания, TV-приставочки. А ну-ка. О, нифига себе. HDMI Dolby Audio, ребят, топовая просто. Топовая приставочка, ее можно рублей за 500 спокойно продать. О, еще вот такая тоже, Ростелеком. Ну, я такие вот по пятихатке, помню, продавал вроде. Вот, тут тоже две TV-приставки Ростелеком, но это постарее. А, роутеры, это для Инета. А здесь, о, проводки, ой, новый HDMI кабель. Обалденно. Да, новый HDMI. Вообще провода хорошие. Ну, вот эту коробку можно не брать, вот так. И к ним уже пультики, вот. TV-приставочка и блоки питания. О, телефончик. Битый Alcatel. Может, на запчасти кто-то купит. Бабушкафон. Блоки питания, ну, это тоже как расходничек. Там всякие проводки. Может, мы повыбираем вот такие, допустим. А, он гнутый. О, сережечка. Ну, вроде бижутерия. Не наблюдаю пробу. Йодинол. Что это такое йодинол? Йод, что ли? Ну, короче, шляпа у меня. У Миши поинтереснее тут находочки. А, ну у меня еще вот такие весы умные. Ребят, это просто победа. Я не планировал сейчас снимать, потому что стемнело. Миша, тут зацените, что нашел. Это просто топ. Tefal Explorer Series 20. Робот-пылесос. В коробке прям. Обалдеть. С док-станцией совсем. Обалдеть. Так он целый, вообще, походу, рабочий. А ну-ка, почем его покупали? Его покупали за 9124 рубля. А нам достался бесплатно. Продать такой можно на Авито вот за столько. Сейчас на помоечку часто выкидывают пылесосы, но все-таки редко на них везет. Ну, Миша вот, походу, первый раз в жизни его находит. Продадим на Авито, я думаю, 1000 за 3. Спокойно вообще. Со свистом отлетит, так сказать. Скажу, ништяк, 3000 рублей, ребятки. Прям в коробочке. Не, ну, это такой кайф, да, вот в коробках первый, что-то находить. Первый раз в жизни. До этого не... Ни разу не находил, вообще ни разу в жизни. 6 лет лутаюсь, ни разу не попадал. Да, но тут и дома такие шляпные. О, какой-то рюкзак там. О, нифига себе. Да ну нахер. Чувак, зацени, что я нашел. Щеточку, ну ладно, вот тут. Нихрена себе. Прикинь. Хорош. Просто возле бака было. Капец, такое выкидывать. Трещотка, ребят. А сколько такой набор у вас стоит? Да это дешевый набор, но тем не менее. Нормально вообще. Тут насадки под отвертку. Ребят, для гаража просто песня. Капец. Это кто-то с машины выкинул, видимо. Тарахтело, кого-то выбесило, выкинули. Щетку тоже заберу. Платы компьютерные чистить. Оу, май гадес. Как демис. Very nice. О, нифига. Щетка вот такая новая. Для обуви вроде бы. Хотя не новая. Или новая. Как будто новая, короче. С виду. О, Миш, это тебе. Ты такое любишь. Ну, это можно мне вешать. Но это слишком огромное. Она не совсем практичная, так скажем. Она больше для документов. Опа. Что-то там есть. Прикинь, кольца реально. Серебро? Да. Серебро. Обалдеть, вот эта сережка серебряная. Вот вторая. Не знаю, посмотри, там проба стоит. Вот тоже с пробами. Влад, это 585. Золото? Да, 585. А что, золото? Белое золото. Белое золото? Да ну нахер. А вот кулон тут еще, прикинь, это набор. Еще кулон, прикинь. Ребят, тут две сережки белое золото, кольцо тоже белое золото. Даже целых три пробы. Тоже 585. Прикинь, набор. А вот смотри, тут даже ценник есть. Яшма золото написано. Чё,
Ломбард? У меня еще цыганская валяется, то самое надо. Давай ломбард сегодня найдем, сдадим. Ребят, тут кулон на шею, две сережки и кольцо. Да тоже по-любому. Да, 585, да ну нафиг. А чё цвет такой? Посмотри, цвет как у бижутерии. Ну, может, по золото? Пробы-то реальные. Пробы, да. Короче, ребят, пойдем в ломбард, сдадим и посмотрим. Но они, кстати, еще такие толстые, большие. Прячь в карман. Ребят, я в шоке. О, набор для чистки ювелирных изделий из санлайта. Спрей, тряпочка. Можно как раз почистить будет перед ломбардом. О, еще ножичек. Ребят, я до сих пор, я пока не сдам это в ломбард и не получу наличку на руки, я не начну радоваться, честно, воск для обуви. Потому что мы уже столько раз находили всякие подделки золота, там тоже и пробы стояли, но это не означало, что это прям оно. Я не ожидал от этой помойки, что будет такое. Вот это настоящий рандом, ребят, это просто пипец. Цвет очень подозрительный. Здравствуйте, мне клевья. Вояж. Секвояж. Мне клевья. Я не спа. Здорово. Хочешь офигеть от того, что мы нашли? Но догадайся. Это просто. Это нехорошее. Не, хорошее и дорогое. Что? Видюха какая-нибудь. Видеокарта? Нет. Подумай еще. Золото? Да. Сколько золота? Целый набор. Кулон, серьги и кольцо. 585. Поздравляю. Миш, доставай. Ты эксперт? Сможешь определить фейк? Могу. Нет? Сможешь? Стараюсь. Доставай увеличительное стекло. Есть у тебя увеличительное стекло? Иди на свет. Во-вторых. Это что, белое что ли? Вот я говорю, что это белое. Это либо оно окись похоже на серебро, либо белое, либо позолота просто. Проба позолоты, может это, быть. Видишь, смотри, окись серебра. Да. Скорее всего, это цыганское было золото позолоченное. Вот видишь, где позолота осталось. Ага. Ну, скорее всего, это серебро, к сожалению. Да, я тоже это заметил. Это серебро. Но, а проба нет, почему? Вес. Вот эта вот хрень золотая, если была, она бы имела вес грамм 5, не меньше. А тут слишком тяжелая. Слишком легкая. Наоборот, тяжелая. Легкая. Ты чё? Очень тяжелый металл. А зачем проба-то стоит 585-я? Не знаю. Ребят, я сейчас очень сильно расстроился, потому что это оказалось не золото. Я взял лупу, посмотрел пробу, и там было написано не 585, а 925. А то, что там справа надпись 585, это позолота была. Позолота. Да. По факту это так и это есть. Это серебро обыкновенное. Ну, это можно понять вот даже по весу сейчас. Вот вес серебра. Вот лупа, видите, у нас есть специальная лупа. Ребят, сейчас поедем на следующий заход по помойкам, и вы посмотрите, сколько находок с помойки уже накопилось в гараже. Вот это все, это находки с помоечек. На этих выходных все поедет на барахолку продаваться. Ну, а в целом неплохо, помоечка-то хорошо радует. И вон манекены даже есть. Вообще, есть все, что хочешь. От гондона до батона. Сейчас поедем тариться следующей партией находочек в ребитки. Ребят, зацените, что я тут увидел. Прокатный самокат стоит, поломанный на две части. Вы хоть раз такое видели? Смотрите, там он, этот контроллер, блок зарядки. Кто-то его на две части разложил. Охренеть, первый раз такое вижу. Это опасно вообще, да? А он светится? Он светится? Он работает, прикинь? Он рабочий. Еще индикация заряда показывает. Не, ну помянем. Блин, я бы его купил бы, заварил бы. Классный вообще самокат. Не, ну если его на помойку выкинут, то, блин, это будет супер круто. Так, что у нас здесь? О, вынос с хаты как будто. О, башмак, лабутен один, целенький. 39 размер. А второй где? Бибатен. Вот. Второй лабутен. Так они вообще как новые. А молния как целая. Пойдут на продажу. Из Зары 39 размер. Что тут? Сапожки. Мощные. Утепленные.
От бренда Бейден. Актив Бейден какой-то. Коробка от них, да. Ну, я не знаю, блин, купят такое. Они вообще целые. Вот, Актив Бейден сапоги. Блин, ну, не знаю, можно взять. Но они на осень там. Сейчас жарко в таких. Вообще они зимние, можно сказать. Но то, что они с коробкой. Закинь в сумку. Так, вещички забрал. А где Миша? Я тут перерыв взял между двух кормилиц. Ну я так и подумал, нормально чилишь по кайфу. Асикс из кормилицы заебумба. Что? Где? Вызову. За что? Потому, что вы все переворачиваете. Что именно? Вы! А кто вы? Камеру он показывает. Ну покажите, что мы переворачивали. Я еще раз говорю, не лазьте по этим. Мы ничего не переворачиваем. И не работаем. Так я работаю. Меня помойка дарит мне рабочие места. Вот я и работаю. Дедушка злой просто. Он просто не хочет делиться находками. Ветер сильный поднялся, бубяурить. Ой, это что у нас такое? Какой-то там осадок, очень много осадка. Что бы то это ни было. О, новый блокнот, походу. Обалдеть. Ну, почти новый. Я думаю, его купят. Там всего лишь пару страниц изрисовано, и все. Биба-то и пси-кабель шляпный. Какая-то игра. Ой. Что там оно? Какие-то карточки. Прикольно. Игра какая-то. Забираем. Так, а что это за игра такая? Соображарий супер. Невероятно веселая игра для вечеринки. Ух ты! Связано с космосом, оваленные, круглые. Ну, короче, это нам для стримов. Какой зайчик брелок. А смотрите. Гарри Поттер, музыкальная шкатулочка. Ну, она уже не работает. Да. Сломалась, обидно. Но все равно возьмем. Аккуратно. Так, тут пачка заколок. Бижутерские всякие цепочки. Вот это вот. Короче, прям так все забираю нафиг. Все. Игру настольную. Блокнотик. Ну, это все, ну, рублей, наверное, на 150 там. Капец, ветер нереальный. Что тут, алюминий? Какие-то банки. Ребят, среди этого всего выноса. Вот алюминий, крышечка, которую купят рублей за 50. И вот там в углу, смотрите, что я заметил. Удочка. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это ништяк. Ребятки, удочка. Хорошая. Вот такая вот сборная. Блин. Миша, можно я удочку себе заберу? Я очень давно хотел себе удочку. И вот с Мишей нашли удочку. Обалдеть, катушечка целая. Ветер сильный на улице. Вот здесь зайду. Смотрите, ребят, удочка собирается вот так. И вот такая вот получается. Правда, тяжелая, но качество топовое. Крокодилья 270. Стоит такая удочка бушная. Вот столько. У меня она абсолютно целая и на халяву. Сейчас надо будет как-то ее увезти. Удочка вообще целая. Видно, у кого-то на балконе долго лежала. Тут все крутится. Эта катушка тоже крутится. Даже леска есть. Все работает. Вот я вообще не фанат рыбалки, но надо попробовать порыбачить. Удочки не было, а теперь есть. Помойка дарит, ребят, рыбу. Представляете? А катушка от бренда Yast Shark. Yast Shark. Стоит такая катушка вот столько. Так, это снимается все. А вот тут, кстати, это что-то не снимается. Должна вот нажиматься, сниматься. Она не снимается. Обслужить, смазать, да. Походу, тут тоже шляпа. Ну да, строй мусор. А вот тут очень много... Охренеть, это ковролин. Охренеть. Чувак, вот это просто тотал.
топовый. Божественный ковролин. И представь его сколько. Его на весь гараж хватит. Мы его никак не увезем. Это только Ларгус заказывать. Ребят, топовый ковролинчик в гараже пригодится. Просто божественный. У нас там очень много всяких ковров в гараже. Но если постелить один, и тем более ковролин еще такой тонкий, то это будет лучше всего. Слушай, я предлагаю сейчас позвонить Диме, если он в гараже. Сейчас Ларгус заказываем и грузим. И ничего страшного. Ну, цена вопроса будет 500 рублей доставка. Зато за 500 рублей мы получим вот такой вот божественный ковролин. Так, а вот и такси грузовое. За линолеумом. Загружаем. Опа. Кормилица. Че у тебя? О, друид стоит с телевизор. Наметь его на разбивать сразу. Горизонт. Пойдет. Давай я его сейчас распидорю. В нем, кстати, меди мало. Вот именно в этом. Ну вот и все. Вот и весь телевизор, всю медь достал. Ня-н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 я-
такие рубашечки, ух ты. Мужское, смотри, неплохие футболочки. О, а вот это мне очень надо, пацаны. Это по помоечкам гонять. Да неплохие вещи такие, забираем. Штаны себе беру для помоечки. Да это все можно прям брать. Тут даже он, тут даже бандана есть, вот. Head and Shoulders бандана. Поехали. Ой, какой ветер сильный. О, вынос хаты, походу, там стоит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-о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 й
Ты чё, Дима, обалдел? Ты чё, сука, блядь? Кинь нахуй отсюда. Нифига себе. Куртка классная. Ребят, у меня тут шмотки хорошие. Вообще, жилеточка, смотрите, какая хорошая. Курточка вот такая светлая. Обалденная, смотрите, модная курточка какая. Рюкзачок классный, модный. Тут что, пижак? Не, ну пижак не надо. О, тремпеля. Смотрите, сколько тремпелей новых. Берем. Дима себе скутер купил, смотрите, Yamaha Champ. Как тебе, Дим, твой скутер? Валит. Чё, Дим, скутер как? Валя? Валит. А? Валит. Какая Валя? Ну, я понял. Миш, тебе на скутер стопак? Так, батарейки заберу, ребят. О, нифига, так там еще был Duracell. Ну, сюда, сюда, сюда. О-о-о-о-о-о. Дюрацеллки забрал. Ребят, зацените у куколки, что в комплекте с куколкой идет. Куколка из помойки содержит мясные штуки. Вот такие. Такую мясную кость кукла с помойки содержит. Да, это комплектация люкс. А что у нее с волосами, о боже? И их порыпили нити. О, Дима, гонщик нелегальный. Ой. Ой, насхаты. Прищепочки. Ого. Дим, давай померяешь. Ну, померь, на глаза натяни. Покажись. Бэтмен. А тебе идет, Дим. Ребят, когда я вижу подарки на помойке, я не могу устоять. Как можно устоять перед подарками? Особенно, когда подарков там нет. А это все наебало. Вот. Пустые коробки. Это только делает вид, как будто, что там есть что-то. А по факту нет. Коробки без подарков, ребят. Без подарков. Пустые коробки заберу, буду кому-то дарить также пустые коробки. Чтоб думали, что там был подарок. Буду пранковать друзей. Да, вот тут я поднял вынос в тот прошлый раз ночью. Посмотрим, может сейчас что будет. Обуребеврить, обуребеврить, ребитки. Обуребеврить, обуребеврить.
сюда вынос игрушек для болтичков. Надо нам для болтичков. А вот это, я думаю, можно взять. Смотри, наклей, ой, эти отвертки вставлять. Ух ты, это шляпа китайская, ну пойдет на халяву. USB-шные, вау. Это в гараж пойдет, геймерская. Найс, я давно хотел такую кружку найти. Сам попей, попей говна. Ребят, топовая кружка. Попей говна, сам попей. О, нифига, там тоже геймерская вон эмблема. Это с какой игры, ребят, напишите в комментариях вот это вот. А это с 3D принтера, на 3D принтере делали. И вот дракона делали. Ух ты, всякие штучки. Сюрикены вот на 3D принтере. Mortal Kombat. Вот сюрикенчик. Ништяк. Геймерская кружка. Попей говна. Хорошая тут помоечка. Интересная. Всякие такие уникальные детали нашли. Игровые наушники. Какой бренд вообще? Даже не написано. Ну, возможно, они рабочие. Нифига у них. У этих наушников провод такой толстенный прям. Они, правда, подушатанные, зарыганные. Но их очистить можно. Подвосстановить. О, еще можно. Mortal Kombat. Да у нас Mortal Kombat всегда на помойках, когда дворники рядом тусуются, Mortal Kombat и происходят. Ой-ой-ой, нифига себе. Это ж с какой-то игры. Ребят, на 3D принтере делали. Смотрите, какая фигурка топовая. Обалденная вообще. С какой-то игры напишите в комментариях. Наушнички в помоечке взял. Оу май гад, дай гляну. Болтички. Эпоксидный клей в коробке. О, одноразовые ключики. Тоже пойдет. Давай, давай. О, нифига, это что такое? Зацени. Что это? О, и плата какая-то. Это от ноутбука, может, плата. Но вот это, смотрите, ребят. Это не USB. Это, так это от 3D принтера. Сюда проволока вставляется. Это от 3D принтера штука, головка. Что тут еще в коробочке? О, автомобильный блок питания. Это что? Сажа газовая, нифига себе. Это зачем такое? Сажа газовая. Заберем. Может, для чего-то она нужна. Прозрачный клей засохший. Вазелин. Мазь для наружного применения. Интересно. О, тут всякие шестигранечки хорошие. Прям отверточки. И еще вазелин. Ребят, зачем этот вазелин вообще люди покупают? Проводки, ключики, вот этот... Эпоксидный клей, нифига себе. Интересно, может пригодится нам когда-то. Но, наверное, еще и не дешевый, он новый. Так, а что в этих бутылочках? Вот в зиплок-пакете, смотрите. Какие-то бутылочки. Силикон для намазывания. Это тоже что-то нужное. Заберем. Тоже что-то нужное, видимо. Платиновый силикон. Обалдеть. Это, наверное, может для 3D принтеров. Вот такие контейнеры нам нужны всегда. Что-то складывать. Ракеточки нормальные, еще живые. Заберем на продажу. Рублей за 50 продастся. О, вот это шланг тоже купят. Все, их покупают на барахолке. Ну, бери тогда. О, болтички, патрончик, сифона кусок. Вот это купят. О, глазок, нифига. Так это мы в гараж установим, глазок. Шланг для машинки стиральной. А вот это купят бигуди, я сомневаюсь. О, крышечку я себе домой возьму. Мне надо крышечка для ванны. Короче, я вот так вот тут все это скидываю. Это все походу надо. Все это купят на барахолке, все, что тут вот находится. А, вот формы силиконовые для заливки этого, как его, Mortal Kombat. Опа. Для ног подставка треснутая, так. Что это? Что это? Ребят, кто-то делал что-то самодельное. Может, это было в клетке с какими-то хомячками. Ну да, тут вот для них сено. И еще вот палочки, чтобы они грызли. О, одноразка мощнейшая. Нифига какая мамба здоровая. О, зубная паста хорошая. Это я домой заберу. Почти полная, ребят. Зубная паста на халяву, это песня. Ух ты,
Новый наполнитель выкинули, ребят. Он новый, там внутри почти целая пачка. Заберу кошки, что делать? Опа, тележечка стоит, никому не нужная. И еще подписано, ребят, смотрите. ПМВ. Блин, нам бы такую в гараж. Тупо вот стоит никому не нужная тележка. Ребят, не знаю, забирать эту тележку или нет. Напишите в комментариях. О, да ладно! Это оно! Это стекловато. Ребят, стекловато, ура! О, еще! Я понял, это пакеты. Короче, там ее может и немного. О, сейчас наберу стекловато, ребят. Я ее уже 3 дня ищу. Но уже нашел вроде как. Мне стекловато надо для выхлопной трубы. Набить внутрь выхлопной трубы вот надо стекловато.